Всем, кто проснулся, доброе утро. Я Леонид Щукин. На телеканале «Видное ТВ» продолжается проект «Утренняя зарядка». Сегодня с нами Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, какой вид зарядки мы будем использовать сегодня? Сегодня у нас будет активный стретчинг. Какой такой стретчинг? Что-то странное слово. Стретчинг в переводе с английского – это растяжка. Это комплекс упражнений на развитие гибкости всего тела, укрепляет сухожилия, нормализует кровообращение. Это хороший комплекс для оздоровления всего тела. Надеюсь, на шпагат нам не придется садиться? Попробуем. Ну что ж, тогда мы начинаем? Начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Доброе утро! Сегодня нашу зарядку мы начнем с активной растяжки, стретчинг. Мы выпрямляем ножки, садимся ножки вперед. Садись скорей, с нами будешь заниматься. Ножки мы выводим вперед и делаем мах правой ногой. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять. Взяли ножку, потянули спинку, держим ровненько. Тянем ее сильнее к себе, вытягиваем. Отлично. С другой ноги. И раз, два, три, четыре, пять. Поймали ногу, тянем ее к себе, прижимаем, держим ровно спину. Отлично. Мах в сторону. И раз, два, три, четыре, пять. Берем ножку изнутри за пяточку, выводим ногу в сторону, раскрываем пах. Отлично. Другую ножку. Мах. Раз, два, три, четыре, пять. Взяли ножку за пяточку изнутри, левой рукой, той же рукой берем и выводим ножку в сторону. Отлично. Ложимся на спину. В этом положении также делаем махи вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Ловим ножку, где можем. Как можно выше поднимаем и прижимаем ее к себе. Тянем. Держим. Отлично. С другой ноги мах. И раз, два, три, четыре, пять. Ловим ножку, где можем. Вытягиваем и прижимаем ее к себе. Отлично. Руки в стороны, мах в сторону. И раз, два, три, четыре, пять. Берем ножку изнутри за пяточку, той же ручкой выводим в сторону. Раскрываем ногу. Отлично. Другая нога. И раз, два, три, четыре, пять. Берем ножку за пяточку, выводим в сторону. Тянем. Отлично. Ножки подняли наверх. Раскрываем сторону. Раскрываем поперечный шпагат. Три, четыре, пять. Ножки раскрыли, тянем. Отлично. Ножки поднимаем. Ложимся на бочок, на руку. Нижняя нога согнута, сверху нога прямая. Делаем мах. Раз, два, три, четыре, пять. Ловим ножку, тянем ее. Кто может, можно дотянуться второй рукой. Потянулись. Отлично. Мах ногой вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Ловим ножку, обняли ее, к себе прижали. Отлично. На локоть поднимаемся, мах наверх. И раз, два, три, четыре, пять. Поймали ножку, тянем. Отлично. Ногу мах вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Выводим ножку вперед, тянем. Хорошо. Переходим на другой бок. Легли на руку. Делаем мах наверх. И раз, два, три, четыре, пять. Потянули ножку. Мах ногой вперед. Раз,
два, три, четыре, пять. Потянули ножку перед собой. Отлично. Поднялись на локоть вверх, Маша. Раз, два, три, четыре, пять. Вытянули ножку вверх. Мах вперед. И раз, два, три, четыре. Потянули ножку. Отлично. Переходим к выпадам. Делаем выпад на правую ножку. Руки с разных сторон ноги. Делаем покачивание. Руки поднимаем на колено. Спину держим ровно. Руки подаем на таз. Наверх. Отлично. Сзади ставим ножку на колено, впереди ногу выпрямляем. Сзади угол 90 градусов. Тянемся к ноге, носок на себя. Потянулись. Отлично. Руки с разных сторон ноги себя придерживаем. Разъезжаемся на шпагатик. Отлично. Молодцы. На другую ножку мы делаем выпад. Покачивание. Носок на опоре, колено поднято. Руки на колено, спину держим. Руки наверх. Опускаем сзади колено носок. Впереди ногу выпрямляем, носок на себя. Наклон к ноге, тянемся. Держим себя руками, выводим ногу вперед, разъезжаемся. Тянем шпагатик. Отлично. Садимся, ножки врозь. Делаем глубокий вдох. На выдох тянемся к правой ноге. Вдох. На выдох потянулись к левой ноге. Вдох. На выдох тянемся в центр. Можно выползти немножко вперед, кто может. Сесть на приперечный шпагат. И на этом наша зарядка завершена. Спасибо.